Мы едем сегодня, спланировали рейдовые мероприятия, задействовали сегодня все группировки. Это МЧС, пожарно-спасательный центр, ГИМС, управление по делам ГУЧС. Ну, сейчас будем выезжать, проводить беседу с рыбаками, потому что мы видим, что они уже нарушают и постановление мэрии о запрете выхода, выезда на ледовый припай. Проведем превентивные мероприятия, раздадим листовки, побеседуем. Ну, а те, которые, скажем, совсем уехали, вот как есть там несколько рыбаков, аж за Монако, то есть пренебрегают полностью своей безопасностью, ну, на них, наверное, будут составлены протоколы. От 16.01.2017 года, который гласит о что? Он говорит о чем? О том, что запрещен выход и выезд на лед. Да что вы говорите? Да. А почему мне вчера ваши же сотрудники МЧС, я не знаю их фамилии, имен, мне рассказывали там на берегу, как правильно передвигаться на льду? Я спросила, можно? Можно? Это не разговор, есть постановление, то есть вот это я могу чем-то, да, то есть... То есть вы, получается, сами в себе, внутри себя не можете какие-то точки соприкосновения найти, а все это выливается на нас, на рыбаках, на традиционном лове, который длится уже не один десяток лет. Будут штраф выписывать. Я подошел к вам. С беседой. Значит... И выдать вам, вы обязаны ее взять, ознакомиться.